Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Deadlight. Вот. Мы, похоже, нашли выход из этой канализации грёбаной. Вот. И заключили сделку с мужичком-крысой, короче. И он такой говорит, поищи моего сына, пожалуйста. А я ему такой говорю, хрена тебе лысого, чувак. Он такой говорит... Ну, я тебе после этого расскажу басню про твоих родных. Я говорю, ну, окей, хорошо, ради басни про моих родных я согласен. Как и сказал крыса, мы все делаем выборы. Он выбрал построить гнездо здесь, в остатках после войны. Кто-то может назвать это выживанием, другие отрицанием. Так, ну и, короче, вот мы отправляемся на поиски его сына. Ладно. Так, я надеюсь, мы правильно упали. Так, смотри, кстати, этот ублюдок так и не отдал нам наш пистолет и наш топор. А может, мы его пропустили? Я хз. Короче, смотрите, здесь у нас пожирают кого-то. Камни грызет что-то. Камни грыз. Опа, па, 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 па. Отлично. Так, смотри, да, у нас, кстати, 4, я использовал аптечку первой помощи, у нас 4 ячейки, ну, как это нам далось, это просто пипец, кто не видел, то можете посмотреть предыдущий видос, плейлист будет в описании, можете заглядывать туда. Так, смотри, этих чуваков, я не знаю, а давайте их вот сюда, может, стоп, давайте, come on, baby. Камон, мужик. Камон, толпа. Тут, знаете, не хватает еще мелодии такой, знаете, комедийный какой-нибудь. И такие туда-сюда. Смотрите. Просто. И обратно. Дебилы. Куски просто. Куски. Сразу видно, что у них нет мозгов. Просто нет мозгов. Ладно, погнали. Я так полагаю, надо ящичек вот так сделать. А здесь у нас ничего. Стульчики только. И поднимаемся наверх. Все, выход, выход, наконец-то выход отсюда. Наконец-то из этой канализации выход. Северный пригород, 5 июля, 86 год. Дом, что растет на дереве, так сказал крыса. Я понял. Так, домик на дереве. Если я найду его сына, крыса расскажет мне, где искать друзей и семью. Я больше не чувствую себя в безопасности наверху. Скрытность дала мне преимущество. Этот новый закон еще хуже теней, если честно, я боюсь за его сына. В этом мире все в опасности. Он в опасности. Я должен найти дом, что растет на дереве. Понятно. Дом, что растет на дереве. Я понял тебя и услышал, Рэнди. Окей. Дверь заперта. В смысле? Может выбить? Хер. Блин, он с локтя, короче, снес большой-большой, короче, водонапорную башню большую. А дверь он не может выбить. Это как? Так, окей, погоди. А, у нас же рогатка. Че я туплю? И набежали сразу. А мы вот так сделаем. Оп, похоже, что я не один. Так, в какую сторону нам направляться? Ну туда смысла нет спускаться, я думаю. Ладно. Перепрыгиваем. А, ты через забор-то что не перепрыгнул? Ты чё творишь-то? Ты чё творишь? Ты чё делаешь, твою мать? Так, а и как, и чё, и как мне теперь это сделать, а, твою мать? Меня убили, меня съели, короче, всё. Кирдык, кирдык башка. Рэнди, ты тупой. Тупой как бревно. Тупой как дрова, блин. Ну давайте, жрите, что я сделаю? Жрите, давайте. Давай поори тут еще. Окей. Эх, Рэнди, блин. Дом растет, я знаю, что он растет на дереве.
погнали. Окей. А, че? Ой, я... Оказывается, не Рэнди тупой, как дрова, а... Вы поняли, кто тупой, как дрова. Окей. Так, давай. Наверное, передохнем. А херушки, смотри, не передыхает. Ладно, ползем дальше. Опта, щет дерьмо. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу, ты видал там, что происходит? Какого черта? Ты видал, что там за движуха? Да что ты спотыкаешься-то? Я не видел эти бочки, они слишком большие, чтобы их увидеть. Ну окей. Ладно. Карантин, я думал, Тарантино написано, Квентин Тарантино. Та пошла в жопу, тварь. Окей. Not a leaf. Ай-та-та-та-та-та-та! Так, наверное, вот сюда. Окей. Окей. Их тут вообще просто, смотрите, кишмяки шмит. Good forgives. Forgives. А, God forgives. Что-то Бог. Бог простит их или нет. А, Бог простит, да, написано. Ну, понятно. Смотри, повесился кто-то. Поковыряемся ему в штанах. Четки из деревянных бусин на конец на конце креста и слоновой кости. Христианин был пришил это кожу, лишь бы не отправиться в ад. Вот так, да? Так, смотри. Ладно. Что у нас здесь? Ага. Вниз. А, смотри, можно еще и туда пробраться. В окно. Может, здесь какой-то сюрприз? А здесь у нас секретик, ё-моё. Давай, давай, давай. Максимальная выносливость увеличена. Да ну нафиг. Ого, мы теперь максимально увеличены. По выносливости. Закрой дверь. Твою мать. На. А, а чё, он так не выбивает, что ли? Я-то думал. Там больше ничего нет. Ты как, закрыл силой мысли, что ли? Молодец. Так, окей. Так, что там дальше? Что там дальше у нас? Надо на лестницу как-то запрыгнуть. Допрыгнем. Да блин, ты задрал! Ты задрал просто. Почему ты не прыгаешь-то? С конца. Почему ты не прыгаешь с конца? Я не понимаю. Поползли, сейчас оборвется опять. Вот 100%. Я уверен, просто сейчас как... Как чипки брыкнемся просто вниз еле. А нет, смотри, нифига. Опа. Пока они там через заборчик перелазят, мы уже в окне, в окно залезем. Угу. Так, смотри, что это, плита? А вырезка из вестника западного Сиэтла. 8 февраля 1986 года. Тут говорится знаменитой... комете, которая чё там летела к земле. Блин, я не успел из-за этого долбоящера просто теневого, я не успел прочитать. Дура, падла. Окей. Да ты чё творишь, а? Давай. Давай перепрыгнем лучше в окно. Ни хрена их тут вообще просто. Офигеть, офигеть. Да блин, ты что творишь опять? Опа! Хренушки, хренушки вам! Смотри, еще один ползет. Блин, а вниз? А здесь что? А здесь? Выбивай дверь! Молодца! Молодца! Да куда ты прыгнул? Я хочу туда! Я хочу в дом! Может там что-то... Да отвалите нахер! Да что ты творишь? Да иди ты в жопу! А здесь что? Здесь есть что? Я только зря потратил жизни. Твою мать, дебилы, отвалили нахер. Все это сраные секретики меня вынуждают умирать. Ладно, бегом, бегом. Валим. Валим. Да, блин, ты задрал. Реально, вот реально ты задрал.
своими вот этими кувырками. Выбивай дверь. Выбил. Молодец. Оп. А, наверху вон. Ай, порвалась. Порвалась, тварь. Порвалась. Бегом наверх. Наверх в окно. А может туда запрыгнуть? Можно, можно. Отлично. Давай ковырнем. Один незнакомцы, его имя Роберт Т. Банди. Угу. У нас ничего здесь не появилось. Окей, ничего не появилось. Ладно, чуваки. Слышь? А ты перелазить-то будешь? Нет? Давай сделаем вот так. Молодцы. Опа. Опа. Так, здесь, в принципе, ничего. Да, задрал. Так. Наверху. Смотри, там шкаф. В шкафу по-любому есть что-то. А, вот здесь аптечка. Аптечка. В шкафу ничего нет. Здесь аптечка. Аптечка тоже хорошо. Отлично. Вы можете использовать рогатку, чтобы взаимодействовать с предметами на расстоянии. Блин, нафига мне рогатка, чтобы взаимодействовать с предметами на расстоянии? Мне нужен мой револьвер, чтобы я хорошенько взаимодействовал с предметами на расстоянии. Так. Запрыгивай наверх. Давай. Отлично. Вот только порвись. Говна кусок. Так, у меня выносливость. А, у меня выносливость-то уже нормальная. У меня выносливость как у Халка, блин. Да блин! Залезь. Ладно. Так, а вот дом. Дом. Черт. Парень должен был быть здесь. Где он может быть, черт подери? Я должен искать дальше. Хера тут, смотри, книг сколько. Это должно быть жена крысы. Теперь я понял. Парень приходит сюда, чтобы почтить свою мать. А, вот так, да? Смотри, что-то какие-то видения, что ли? Шеннон, Лидия. Лидия. Фото больной женщины, на ней еще мальчик. Она лежит на койке в больнице. Согласно дате на фото, она скончалась до катастрофы. Ну вот так, да? А, с одной стороны, ей повезло, да? Она не увидела вот этого всего кошмара, короче. Что здесь творится. Так, нужно перепрыгнуть. Парня-то нет. А парня-то нет. Похоже на выстрел. Мне нужно быстро найти парня. Утерянная страница из моего дневника. Давай читанем. Читанем 19 мая. Я должен что-то прочитать. Я только что прочитал, что написал раньше. Может показаться, что я раздражительная личность, которая не ладит с другими, но это не так. Мне кажется, что я счастлив. Мне исполнилось 33. Когда тебе 33, ты живешь уже долго и в то же время слишком мало. Когда тебе 33, ты уже чувствуешь все боли всякие в спине, прострелы, там, знаете, всякие старик уже. Вот мне уже 30-ка, я уже как старик. Почти 30-ка. Скоро будет. У меня большая семья. Шеннон, моя жена, замечательный человек. Она всегда меня понимает, понимает мои проблемы. А это самое важное для человека. Кроме того, она отлично готовит. Я больше 10 лет ношу за собой ее запах. Не моешься, что ли? 10 лет не моешься? В моей одежде, в моих волосах, в моих носках, да? Тогда я застрял в колее. Я был как машинист поезда, который вот-вот сойдет с рельс. Слишком быстрый, слишком шаткий, слишком нервный. Они так говорили. Она помогла мне снова встать на нужный путь. Она и новая работа, знаете, работа в лесах. Уже появилась Лидия, моя дочь. Прекрасная Лидия, девочка была благословением. Я думал, что они самые важные люди в моей жизни. Но я не только думаю так. Это правда. Люди не любят правду. Люди говорят, что верят во что-то, что позже забывают и предают. Люди легко предают. Я никогда не предам их. Окей. Так, выстрелы, да, выстрелы. Выстрелы. Бегом. Вертушка.
твою мать. Вы должны выйти из жилищ, повторяю, Национальная гвардия требует, чтобы жители Надежды покинули свои дома. Скоро начнется эвакуация города! Залазь! Вот то! Центр города. А что происходит? Что так резко-то все? Почему все это? А что? Что было-то? В смысле? Почему у меня все вырубилось? Что за бредятина? Обновлен. Каким-то образом парень смог выжить. Он любит посещать свой старый дом и проводить время, вспоминая свой. Да блин, нет, я хочу. Окей. Вот, окей, я все хотел посмотреть. Я хотел посмотреть, все-таки я перезагрузился и решил посмотреть видос. В итоге, короче, мы садимся вот в фургон. Ясно, понятно. Далеко не уехал, короче. Окей. Эй, эй, идиот! Да, ты! Ты себя втянул в настоящую передрягу. Похоже на то. Ты будешь сидеть внутри весь день? Посмотри наверх. Кто ты? Это сейчас не важно. Может, ты сможешь попасть на пожарную лестницу с крыши своей машины. У тебя реально нет выбора, понимаешь? Я буду ждать тебя на крыше. Выбирайся оттуда, идиот. Вот так, собственно, мы попали, значит, на этот, на лестницу, да? Понятно. Так, давайте залезем. Вон, вертушка, видал? Вертушка. Так, отлично. Погоди. Каким-то образом парень найти своих. Так, каким-то образом парень смог выжить. Он любит посещать свой старый дом и проводить время воспоминания, вспоминая свою покойную мать. Тяжело думать о его боли. Я не хочу думать об ушедших любимых. Я не могу, я должен спасти этого парня и найти своих быстро. Окей. Ясно. Вот этот чувак. Откуда ты только что пришел? Ты сумасшедший? Твой отец беспокоится о тебе. Я не должен был использовать радио. Я уверен, они слышат нас. Кто? Нам надо выбираться отсюда. О-о-о-о, вертуха, вертуха! Бежим! Какого черта? Мы живые, идиоты! Я там крышу. Мы засекли мальчишку в погоне, похоже, он завел друга. Я там в припрыжку, короче. Твой отец хочет, чтобы ты вернулся домой. И прятаться, как он? Я ненавижу крысиное мясо. Никто не может выжить, поедая крысиное мясо. Я хотел поискать еду, но они застали меня врасплох. Потому что ты поддался эмоциям и отправился поедать мать, не так ли? Мою мать? Мою маму? Нет, нет. Откуда ты знаешь? Дерьмо. Они снова тут. Беги. Беги так быстро, как только можешь. Не оборачивайся. Короче, побегушечки начинаются у нас. Побегушечки. Я понял. Далеко не убежали, короче, коленкой стукнулись. Ладно, бегом. Когда мы найдем тебя, ты пожалеешь обо всем этом. Ладно, я понял. Так, а чё? Беги, если не хочешь умереть. Погоди. Я понял, что я не хочу умирать. Погоди, а чё мне сделать? АП. А, вон чё. Вон оно чё. Прикольно. Прикольно. Так, а теперь, наверное, вот сюда. Блин, слушайте, какая музычка-то играет прикольная, да? Так, на лестницу. Окей. Цель в пределах поражения. Готовьтесь к атаке. Бегу, 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 бегу. Фу. Отлично. Отлично. Веду огонь по цели. Огонь по цели он ведет. Меня не достанешь. Так, что тут у чувака?
Один из знакомцев, его имя Деторгейн. Воу-воу-воу-воу-воу, враг обнаружен. Стопэ. Перестреляли. Мне, короче, надо бежать, да? Так, стоп. Беги, Рэндалл. Фу, бегом! Отлично. Так, отлично. С такими вот передышечками, перебежечками. Если они наведут на меня этот луч, мне конец. А вот так, да? Ну-ка, погоди. А если я сделаю так? Нет? Может, когда отвлечь, я не знаю. Блин, наведут луч. Мне конец. Враг обнаружен. Погоди. А, надо этого чувака призвать, короче, да? Во-во-во, вот. Я понял. Надо чувака этого призвать. Что-то меня подлагивает, непонятно. Давай. Бабенца, иди сюда, лысая. Так, бегом. Аптечку. Отлично. Я, в принципе, не дурак. Да что ты, а почему он-то не перепрыгнул? Беги, Рэндалл, беги. Да беги ты! Почему не прыгаешь-то? Давай! Бегом, куда-нибудь. Опа. Иду огонь по цели. Давай, ну. Давай, отпрыгивай. Беги. Да что ты не... А почему ты? А, смотри, они пролетели, даже по мне не попали. Вот дураки, а, вот косорылые. Сейчас прыгай. Мы знаем, что ты там, сдавайся, мы сохраним тебе жизнь. Окей, так, новый закон, это болезнь. Вот во что превращаются люди, когда показывают свою худшую сторону. Они жрут кровь лишь для того, чтобы завить свое правое на умирающую звезду. От этого мне страшно и стыдно. Мы все делаем выборы, когда зажаты в углу. Эти люди, они сделали самый плохой выбор из всех. Я должен найти этого парня и спасти его. Вот так, да? Я понял. Так, окей. Должен найти этого парня. Я понял, надо, короче, с разбега. Так, отлично, сейчас это отвалится 100%. Воу-воу-воу-воу. Блин, меня бесит то, что он не прыгает. Я нажимаю на прыжок, а он не перепрыгивает. Надо оттуда, да, оттолкнуться. Понял. Ух эти карабканье. Ух эти карабщики, закарабальщики. Или как их вас назвать? АД. Черт, я должен найти этого парня, у него... Нет, никаких шансов. Так, у меня кончается выносливость. Да спи! В смысле, у меня не до конца закончилась выносливость, ты? Почему? У меня было там чуть-чуть. Какого хера ты отвалился-то? Кусок, блин. А, ну хоть сохранка прошла. Ладно. Я понял. Окей. Ладно, друзья, на этом, наверное, закончим, вот. Да, закончим игру. Что-то она меня подлагивает, я думаю, надо перезагрузить будет. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте и не забываем комментировать. С вами был Валерий. Всем пока.